Украинские военные, несмотря на хлебное перемирие, терроризируют мирных жителей прифронтовой полосы ДНР. В поселке Зайцево, недалеко от Горловки, снаряды повредили 2 жилых дома. Об этом сообщили в местной администрации. Это уже и без того наполовину сгоревшем населенном пункте. От бесконечных обстрелов люди смертельно устали. Чтобы хоть как-то побороть страх, многие занимаются аутотренингом, убеждают себя и других, что войны нет, иначе можно сойти с ума. А я, знаете, я вообще это себе уже так привыкла, что я себе думаю, салюты. Понял, ну типа салюты. Не буду так. Если уже прям сильно страшно, там понятно, там уже у нас подвал оборудованный, там как комната, только телевизора не хватает. Ну вот как вечер начинается, бывает изредка так днем сотрясает, а в основном вечером. Это вот бывает в 6 вечера, так с 8 вечера начинают бухать. Хотя, конечно, за 3 года войны свист снарядов и взрывы уже стали чем-то привычным, и это страшно. Люди зачастую уже не бегут, бросив все дела в подвал, а просто сидят на заваленке и ждут, авось принесет. Жители сами признались Лайфу, что это неразумно и опасно, но что поделать, такой уж у них русский характер. Ну, сидишь все равно, вот мы сидим во дворе, слушаем это, то, что за нашей спиной происходит, очень близко, да? Ну, сидим все равно. Не пока, как бы, знаете, мы же до последнего, да, мы же такой народ. До последнего терпим, до последнего ждем. Вот и до последнего мы сидим, пока уже там мало ли вдруг сижу. За минувшие сутки вооруженные силы Украины нарушили режим перемирия 23 раза. 11 населенных пунктов на Донецком направлении попали под обстрел. Разведка ДНР сообщает, что Киев продолжает наращивать группировку и подтягивать танки и тяжелую артиллерию к линии фронта. Донечане на провокации не реагируют.